9 мая Одинцовский округ примет участие в патриотической акции. Как и в остальных муниципалитетах Подмосковья, жители споют прямо со своих балконов главную песню праздника – День Победы. Для участия достаточно выйти на балкон своей квартиры и спеть одновременно с другими жильцами. По всей России и за ее пределами легендарный гимн Победы зазвучит на разных языках. Предварительное время начала – 19:00, сразу после минуты молчания.